В День народного единства в Самаре на площади Куйбышева откроется выставка, посвященная аграрным достижениям. В этом году в регионе собрали рекордный за последние 15 лет урожай. С 8 утра начнется ярмарка товаров местного производства, а ремесленники расскажут и покажут национальные особенности своих районов. Будут работать и 24 тематических площадки, от спортивных до творческих. В полдень в центре площади состоится уникальное представление танцующей многотонной аграрной техники. А в час дня праздничный митинг на главном. В главной сцене у памятника Куйбышева пройдет концерт с участием лучших самарских коллективов. Завершится народное гуляние ближе к 5 часам вечера. Сейчас, когда уже фактически картинка сложилась, проведение этого мероприятия, оказалось, что это будет, наверное, действительно уникальным, по-настоящему интересным, вкусным, сытым и красивым мероприятием.